сразу это, почти за один день. Это, ну, сейчас, да, у меня, кстати, почти двушка, да, в новом ЖК квартира. Квадратура нормальная, больше, чем там, где я жила. Причем я почти за 300 снимала, да, и там был Советский Союз, просто там бабушка когда-то жила. Ну, чистенько, аккуратненько, да, но все равно такая не инстаграмная квартира. Привет. А, у нас тоже такая цена, это жесткие квартиры, да. Здесь нет, здесь прям такая хорошая квартира. А, мебель такая нормальная, да. Техника вся дорогая, хорошая. Нормально, спасибо. Так. Блин, обохотить. Ой, Дамир, привет. Вы откуда просто? Я зашел в ТикТок. Я в Алмате. Я казашка. Северная казашка. 93-го года. В районе в Думане снимаю, Думан 2. Привет, в каком районе снимаете? В Думане. Как такую красавицу не замечу? Ну, в основном ко мне боятся под... Господи. Куда смотрят, какая красивая, спасибо. Да я особо-то и никуда не хожу, у меня вот... Работаю я в сфере телекоммуникаций, в продажах. Спасибо, Иса. Чечень. Пусть что хотят, думают люди, не угодишь. Ну да. Да нет, вроде общительная, да. Дети есть. Казахов убирай, не мешай кровь. Человека мне сказала, только за казаха. Любой, типа... А мне кажется, главное мусульманин. Чем я могу помочь? Только по совести. Как понять, что я могу помочь только по совести? Детей, которому я могу позвонить. Так что вот так. Нет, я не уйгурка. Вообще таких кровей нет у меня. Богатый в основном жадный, хоть и пытается показать. Мне кажется, ты хорошая. Ну, не знаю, кому как. Ну, меня просто воспитали бабушка с дедушкой меня воспитали и да так. Чайки ходят, да. В основном все вот так богатые. Вот так послушали сейчас все богатые, хотят там с богатыми познакомиться там. А чё они? Ну чё богатый? Ну там даст он там тебе, не знаю. Ну подарите iPhone, да, там 15-й. Ну это максимум, мне кажется. И потом чё? Что потом? Что дальше? Я уже знала, ну, не знаю. Они больше переживают, чем простые, да. Богатые, несчастливые, да. Мне кажется, это, знаете, все, вот эти вот соцсети, в ТикТоке всякие видосы, там, в Инстаграме, вот эти все психологи, вот это все... Навешали какие-то ярлыки, да? И сейчас и все одного, у всех вот мнение сейчас одинаково послушать. Что там все друг другу что-то должны, должен. Хотя раньше же не так же было. И жили же счастливо. Но потом ему должна будешь. Кому? Потом за этот айфон всю жизнь будет говорить. А, да. А если старше тебя, ну, ничего. Салем Сулыкин с Рахмет, богатый тоже плачет, да? Вот, по-моему, знаю. Короче, через фильтр сидишь. Да, тут такой легкий фильтр. Но я и без этого, просто тут, если без этого фильтра, вообще не очень картинка. Так, если меня в жизни видите, я лучше, чем здесь, поверьте мне. А, раньше все одинаково жили, да?
А сейчас даже вот у меня есть одна подруга такая, она, ну, успешная, ну, она считает себя там успешной, когда она мне тоже про такое пыталась навешать, я говорю, да блин, я не хочу, мне вот так вот устраивает такая жизнь, и она, короче, мы с ней перестали общаться, она, типа, говорит, что, типа, у меня нет целей таких, типа, надо об этом думать, короче, она меня в этом обвинила, ну, не, я никогда не была такой прям богатой, да, и не знаю. Как-то не, у меня нет такой цели быть богатым. Мне главное, чтобы хватало на жизнь, чтобы было, что поесть там. Вот. У тебя ботокс? Нет, у меня нет ботокса. Да я не обижаюсь на тебя. Чего говоришь? Главное, чтобы не хуже, да. Камера искажает, согласен. Да, Замат, ты прав. Конечно. Так, я не обижаюсь. Юриком, Юриком. В основном это банки, МФОшки. Кто хочет таргетированную рассылку сделать, тем. Кто не жалеет денег на рекламу. Ой, бой, махаться будешь? Политика. Он все испортил. Почему ТикТок удаляет мои смс? Кстати, не знаю. Некоторые вообще сообщения. Я только вижу, вы не видите. Время идете, замуж надо. Я вам, Мате. Здоровья, удачи. Спасибо, Владимир, вам тоже. Хорошо, Анна, спасибо. Жаль, а то бы я тоже заказала, чтобы запять чем-то помочь. Да я же нет, не только там, от месяца. Это получила. Так что... Оржана, блес, мажор. Казахша, да, блин. 12. Просто привычненько.